Так. Ну что, вернемся к нашему, даже не знать, трафарету. Ну, трафарет, да. Тем более, как это можно сделать? Это идея какая? Что можно, в принципе, кроме того, что обои, да, вот мы показали. И можно еще и отдельно элементы, то есть складывать свой узор. То есть тоже как вариант. Вот. То есть у нас просто был, у меня были остатки. Я просил, чтобы их, так сказать, не выбрасывали, а мы их еще смогли по назначению использовать. Будет такой у нас... То есть взяли тот же, да, рулон упаковочной бумаги или пленки. И вот как валиком. Как такое. Вот у нас получается клише. А, и накрыли пленкой еще, я же говорю, что... То есть пленка идет на модельной массе, потом идет трафаретики, да, вот такого плана. Вот. И еще раз пленкой, да, чтобы они не смещались. Все, и получится, будет вам счастье. Так что, ребята, не плещайтесь, оставайтесь с нами. Ну, что я могу показать? Показать, как это мы собирали или разбираем эту конструкцию. Ну, можно, конечно, показаться, что это очень, так сказать, долго. Вот. Ну, что могу сказать? Это ваше право. Вот. У нас на производстве, так сказать, времени... Не еще, можно было еще использовать. Не выброс. Вот. Вот получается у нас такой фокус. То есть можно, да, убрать. Какой не получился, еще раз, да? Да, какой не получился, можно будет еще использовать. Ну что, у нас был вопрос, чтобы мы думали ложить модельную массу и потом эти, ну, будем говорить, фигурки по свежему закладывать. Вот. А потом еще сверху ложить модельную массу и потом их вытаскивать и делать такую вроде как ну, такой минусовой, что ли, трафарет. И еще, конечно, там. Ну, решили, что да, чтобы их потом не мыть эти. Вот. Вчера Денис тут вдохновил меня с этими обочицами. Да. Вот еще остался один. Да, чтобы понимали, что это такое. Это пластик. Специально делал под заказ. Ну, именно трафарет. Вот он получается такой прозрачный. Это я уже, ну, снял с него пленку и белую, и голубую. И вот он такой получается. Вот. И вот получил такой оригинальный. А ну ты мне покрой там, как его поставить? Ближе? Да? А вот так, когда ставишь. Хорошо, да? Так что, ребята, красота неописуема. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. Далее буду. Пока.